Каждую субботу и воскресенье в парке имени Льва Толстого шумно, весело и спортивно. Ведущие развлекают всех, и детей, и взрослых. Для них готовят разнообразную программу – от анимации до уроков зумбы. Также утром состоялся спортивный забег. Самые лучшие бегуны города Хивок у нас бегали. А еще нам предстоит веселые старты. Провести свои выходные активно, используя для здоровья, могут все желающие. Такие спортивные встречи в парках – областная программа Подмосковья. Ее главная задача – привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни. Нина Липанова, Вильфрид Зибковский, новости Химки ТВ.